Сегодня будет соревноваться моя подружка Наташа. Ухо что-то откусило мне. Раз, два, три. Поехали. Всем привет, вы на канале Бухта Барахта. Привет. Сегодня будет со мной подружка Наташа. И сегодня мы знаешь, чем с тобой займемся? Чем, чем? Мы будем с тобой забирать все призы и подарки себе. Любишь призы и подарки? Да. Отлично. Тогда у меня кое-что для тебя есть. Смотри. Это призы и подарки. Ты выберешь любой цвет, который тебе нравится. Я задам тебе всего лишь один вопрос, и если ты нам на него ответишь и расскажешь всю правду, то тогда я дам тебе подарок. Договорились? Да. Выбирай любой цвет, какой тебе нравится. Итак, фиолетовый. Первый вопрос. Первый вопрос. Давай, Петюня, мы с тобой начинаем. Супер! Расскажи, пожалуйста, мне, сколько у тебя игрушек и какие? У меня очень много игрушек. Очень много или прям очень-очень-очень много? Очень-очень много. Или еще больше, чем очень много? Еще больше. Это сколько? 50 штук. Всего лишь 50? Нет, 300. 300? Или еще больше? 50-300. 50-300 игрушек? Вот это да! Я бы хотела, чтобы у меня было столько игрушек. А какая самая любимая? У меня любимая Little Pony. Little Pony? О, я смотрела такой мультик, он мне очень нравится. А кто из них? Кто из героев? Applejack. Stallion. Итак, ответ есть. У Златы 50-300 игрушек, и самая любимая это... Applejack. Applejack. Ответ засчитан. Раз, два, три. Пшу. Лимон. Это лимон? Что, просто лимон? Съедобный лимон? Это съедобно? Нет. Нет? А что же это? Это лизун. Итак, у нас осталось с тобой еще целых 4 приза. К какому приступим? Выбирай. Вот этому. Вот этот. Итак, это необычный приз, но для него тебе нужно ответить на необычный вопрос. Скажи, пожалуйста, какое твое самое любимое блюдо? Омлет. Ну давай представим, что ты хочешь приготовить омлет. Давай. Что ты возьмешь? Молоко. Молоко. Отлично. Еще что? Яйца. Точно. Яйца. Молоко и яйца. Что-нибудь еще? Нет. Может быть, добавим перца? Нет. Может быть, добавим туда арбуз? Нет. Это будет необычный омлет. Нет. Как нам приготовить омлет? Берем сначала молоко и яйца и туда заворачиваем мед. И туда заворачиваем мед. Лепим. В духовку и кушаем. Отлично. Ну что же, как думаешь, ты ответила на этот вопрос? Да. Он засчитан? Да. Давай пятерку. Ба-ба! Лол! Это лол. Ну что, продолжим? Или, может быть, остановимся на этом и хватит нам двух подарков? Нет, нам надо 3 подарка. Надо еще 3 подарка. Тогда какой же у нас остался? Зеленый, синий или желтый? Синий. Синий. Итак, за... приз на синем листочке, я задам тебе еще сложнее вопрос. Ты готова? Ага. Вот, Злата, я знаю, что ты посол универсиады. А расскажи мне, что это за универсиада вообще, что это такое? Потому что я не знаю ничего. Это спортивные игры, например, хоккей, фигурное катание, сноуборд, лыжи. Ага, значит, там, наверное, очень много видов спорта. Да. Только вот сколько их всего, я вот даже не знаю. Их 11. 11? Это вот столько? Нет, это вот столько. Ага, ответила на вопрос? Да. Засчитаем? Да. Закрывай глаза сейчас. И к тебе пришел твой новый лохматый друг Зайка. Ура! Где сон, твоя мечта. Ну, наверное, нужно дать ему имя. Да. Как мы его назовем? Пушок. Пушок? Да, друг. Вот этот. Зайчик выбрал желтый? Да. Отлично, тогда... следующий приз для зайчика. Тогда и вопрос тоже будем задавать ему. Да. Я знаю, что ты тоже занимаешься спортом. И этот спорт водный. Да. Расскажи мне про него. Ну, там плавают кроли, братцы, мы тут шляем и на спине. И ты все это умеешь? Да. А можешь показать? Вот это шляй. Так. Вот это брас. Вот это брас. А это кроль, а вот это на спине. Вот так? Да.
Давай поплаваем вместе самым твоим любимым видом спорта. Это какой? Зайчик будет тоже плавать. Какой тебе нравится больше? Зайчик выберет. Наверное, раз он зайчик, значит, он выберет кролем. Да. Это похоже. Так, учи меня плавать кролем. Отлично, Злата, спасибо тебе большое. Теперь я тоже могу участвовать в спартакиаде. И вы с зайчиком за эту помощь получаете свой приз. А приз – это поход в кино! Давай, пять. Засчитано. Ты перевернешь сама или мне это сделать? Я. Давай. И та-дам! Та-дам! И не зря у нас оказалась зеленая бумажка, потому что я хочу спросить у тебя про твое любимое время года. Что ты любишь больше? Лето. А почему? Потому что это тепло и можно легко одеваться. А зимой тяжело одеваются? Да. И ходят тяжело? Да. Это как? Ну, они одевают шарфы, шапки и куртки. Летом нужно носить маечки и шорты. А что можно делать летом? Купаться в бассейне. Ну, в бассейне можно купаться зимой? Нет. Это очевидно, или я так и знал? На катке можно кататься. А кататься? Вот зимой можно кататься на санках. Я очень люблю. Ты любишь кататься? Да. А летом на чем можно? Ведь летом нет снега. Можно покататься на... Ну, вот это... Ну что? Ну, как он выглядит? На банане. На съедобном банане можно покататься? Нет, на вот электроходе можно покататься, на бассейне. Летом можно покататься в бассейне на электроходе и на банане? Да. У нас есть вот такой приз. Но кому же он достанется? Все-таки тебе, мне или зайке? Давай посчитаем по считалочке. Посчитаем? Давай. Ехал мультик на тележке, раздавала всем арест. Кого два, кого три, дирижера будем мы. Он достанется зайчиком. Вам, зайчиком? Да. Вот это да. Тогда расскажи зайчику, что этот шарик исполняет любые желания. Зайчик, это желание исполняет любые. Ну что же, спасибо тебе, Злата, что ты ответила на все сегодняшние вопросы, которые нас так интересовали. Получила все подарки. Скажи, тебе понравилось? Угу. Мне тоже очень понравилось. Спасибо тебе, что пригласила меня к себе. Мне не за что. Не за что. А вы, зрители, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Да-да. Всем пока! Пока!